Всем привет, вы опять видите и слышите Алексея Халецкого, значит, что вы на канале Лёша Играет, и снова Красная Смерть. В этот раз я буду зомби-мозги пожирающий. Интересная фракция, тут, в общем-то, надо просто бегать и всех убивать, и как можно больше за счет этого получать зомби, поэтому поиграем. Зомби-звероловы выходят на мировую арену. Приятного вам просмотра. Прикол в том, что я, по идее, в 8 клетках должен видеть, точнее, чувствовать кого-то еще. Плюс мы будем каждый ход получать урон. Так, давайте, наверное, сюда пойдем. Этим сюда. Да, чтоб посел, что... ну, давайте сюда тоже, потом все, как-нибудь дальше... Пойдем рассматривать. Ну, против нас выживальщики, сумасшедшие ученые, скитальцы, инопланетяне и фанаты. Разные способности у фанатов, например, просто плюс 5 к боевой мощи, и каждые 6 ходов они ядерку могут кидать. Инопланетяне, я, в общем-то, вчера показывал, что они делают. Скитальцы может показывать ранее исследованные клетки в течение одного хода. Такие, он такие, как бы... кидает штучки и быстрее перемещаются по территории. Ученые могут щит включать, который благодаря которому они не получают урон в красной зоне и на воде. И, наконец, выживальщики ловушки могут строить. Плюс к этому они получают в два раза больше урона, то есть быстрее прокачиваются. Чайка, все. Походи. Видите, два урона каждый ход. Тут надо... О! Это мы соберем. Так, здесь пойдем сюда. Здесь пойдем... О, отлично. Что-то уже понаходил. Так, давайте пока поселом где-то здесь будем тусить. Есть что собрать, слава богу. Собираем. Есть... зомби в этих находят только других зомби, так что тут... нету особого выбора. Наверное, на воду спущусь, пойду плавать. Здесь давайте сюда. О, видите, вот это значок означает, что там где-то в 8 клетках кто-то должен быть в ту сторону. О, кайф, это мы соберем поселом. Так, ну уже какие-то орды зомби у нас имеются. Противотанковый юнит написано. Ой, там кто-то есть. Пошли искать свежие мозги. Блин, они так страшно, конечно, шипят. Давайте я распущусь на воду. Это быстрее будет исследовать территорию по воде. Конечно, больше урона получу, но... В 8 клетках. О! Выживальщик. Мозги. И печень отдавай. Ну, я тут отойду, потому что он будет... Я сюда отпрыгну. На всякий пожарный. Что он опыт будет? Я все равно его сейчас убить не могу здесь. Как по воде быстренько. Зомби еще при этом всем чувствует мозги. Да. А вот теперь... О, опыт. Нет, я лучше хотел бы получить еще один юнит. Что за звук сейчас был? О, слышно, как кто-то ловушки расставляет. А, ну, я думаю, что за звук? Так, он тут где-то ловушку поставил. Да, я в курсе, я его встретил. Да, здесь самое главное беспалевность.
О, скиталец. А ты что, до этого меня не видел, когда пользовался своим? Не видел, просто не хотел звук и... Ой. А то что, проход что есть вот этот вот? Да, это... Пожалуй, отсюда мы свалим. Так, здесь мы берем, не получают урон от разложения сначала. Куда ты убежал? Тут сюда, чтобы не через реку атаковать. Ученый, здорово. Отлично. Сюда высадимся. Так, где-то меня проатаковали, нет? Нет, это я нашел. Да, вот это все надо собирать. Ого, как все плотно. Опять ловушку поставили. А, это эти. А что они так это. Такого цвета странного? Это ученого инопланетянина. Кто? Инопланетяне? Эти, не, выживающие. Валим, валим. Так, а вот здесь жрем мозги. О. Ученый собрал. Блин, может тогда корпус сделать? Что-то как-то быстро разлагаются зомби. Надо тут смотреть. Там ученый... Виталис, ты там уже все собрал? Можно туда не ходить? Не именно. А, где-то атаковал? Не. Наверху. Еее. Мозги. Наверху я собрал что-то там. Окей. Хватит ловушки расставлять. О! Вот это свежатина тут у меня. Мозговая. Сейчас бы кусь-кусь тебя за головку. Я имею в виду за голову, конечно же. Да, я хотел уточнить. Слишком жесткий зомби. Цилу уже достал вот пока. Ну, я вообще плюсую, просто плюсую тебе, естественно. Обидно. Показывает, что убивает, я тут, блин, атакую, и в итоге у меня стоит... Да у меня то же самое сейчас было. Ровно с одним хп перед двумя пулеметами. И второй раз уже. Вот, ну, фанат, у тебя эта яичка не умирали. Вот, я попытаюсь ученых этот четвертый уровень-то набрал уже. Завалить. Так, а этим я, наверное, поеду туда пока. А мы на панке играем? Да, вроде. Чего было, то играем. Сейчас догоним и съедим. Наверное.
Ладно, там я не догоню, но вот этого я буду пасти. Так, у меня тут... Ага, он плюс 10 поставил. А вы все слышите, да, когда ловушка ставится? Да, да. Да. Раньше такого не было, кстати. Они раньше без лука ставились. Или тут все-таки лучше атаковать. Не, ну это больно. О, кайф, это мы сейчас соберем. Какая неудачная зона для меня. Ну не знаю, конечно, эти щиты, сука, он 6 ходов, по-моему. Так, где у нас там плюс зомби, и пошли кушать варваров. Припасы явно не мне. Ну да, но я, мне кажется, вообще не успею сейчас. Блин, может туда идти? Что-то с этими, со щитами как-то тяжеловато, мне кажется. Ты там что-то сидишь, хилишься, летел и все. Что это за я помню было? Ой. Да, с китайцем. Блин, я не хотел атаковать, случайно кликнул. Да, нормально. Я хотел нажать, в смысле, на это и посмотреть, что за я помню. Корпус еще ведешь. Ну, мозги, ну, блин, мозги. Я не хотел бы, если бы не непреодолимая тяга жрать мозги. Блин, там вот этот ученый мне не нравится. Но и проблема в том, что они, видите, у меня умирают постепенно. Ага. Так. Блин, ну, что-то неудачно. Мне надо было, наверное, сюда идти. И, наверное, так и надо. Ну, я просто не догоню его, чтобы убить. Вот в чем дело. Да что ты такой агрессивный, фанат? Просто ты здесь бегаешь и все, а я тебе бегаю. В смысле, все фанаты такие? Вообще не удивлен. Ох, ё-моё. О, еще мозги на вертолетике прилетели. Там он с китаец поселком бегает. Да я за ним и бегал, в общем-то. Но мозги в консервной коробке тоже неплохо. Ну, придется убивать, потому что это, во-первых, лечит мне
зомби, во-вторых, еще одного зомби дает. Зомби, ты его добьешь или я? Ну, фаст-клик. Кликай. Еее. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Окружает моего зомби. Что там на зону жал? Ты смотри, как я туда-сюда. О, кайф. Так. А тут кто-то там. Ну, это, наверное, Катя этого показывает, скорее всего. Блин, а куда делся... А, так он, может, туда и делся. Блин, тут же я атаковал... ПТ-команду ученых. Ой, блин, плюс 5 к боевой мощи, наверное, надо было в данном случае брать. Ладно. Отлично. Повышение. Тут еще и вылечимся, скорее всего. О. Ну, тут, скорее всего, этому уже ГГ. Интересно, а как... мне просто интересно, как зомби жрут мозги в вертолете? Они прыгают так высоко или чё? С холмом прыгают, когда вертолет пролетает. Чё-то фанат ты попутал, мне кажется. Да блин, нафига мне посел? А, хотя орду зомби тоже, да. А, нет, орду зомби мне дали, ты не понял, это орда зомби. Тьфу ты. Угу, тут вот надо будет... резко... ходить. Так, тут понятно, тут, скорее всего, убьют. Тут вроде все норм. Тут резко ходить, мне дадут зомби, это вылечится, и я добавлю в... Ну, если я убью, конечно, добавлю в этот... В армию. Да, фаст-клик тут. Фаст-клик тут! Чё поделать? Пойду туда объединять. О! Этого надо убивать. А кому дали повышение? Вот ты попался. Кто там? Кто попался? Фнат. Ф-
фанат маленьких зомбиков режет, бедненьких, вообще, которые кроме мозгов-то ничего и не хотят. Я думаю, что должен быть наказан. А где он попался, мне просто интересно. Вот вы знаете, чего вы хотите в этой жизни? Вот вы не знаете, вот мозги я самое крутое. Тут у зомби единственная радость в жизни — мозги, все. И их за это убивать? Да ладно. Ну, у меня вообще как-то мало. Ну, я, правда, сделал уже три армии. Ой, три, две армии. Но... Ой, Сева, у меня пишет на пехотинце 14 поинтов. Я еще плыву по воде и следующим ходом должен высадиться. И почему я мой этот умер, пехотинец, если вода наносит 8 урона? Почему 8, если 10? 8 разве? 8, да, 8, потому что пираты 4. Да, 8. Не, 8. Подожди, у тебя 14 был тут, пехотинец. А на чем так? А там никто из воров не мог его протаковать рядом, не будет какого-то. Какого-то... Блин, я не знаю, что отступить мне. Вот что мне тут делать? Это 4, у меня, правда, конечно, бонус. Поле, давайте, наверное, убивать все-таки. Не мог там сейчас. Опа, а кто меня захватил? Это этот, что ли? Как ученый... инопланетянин? Нет. А, вон как. У тебя ученый вот сверху от вулкана. Но зато сейчас интереснее собрал. Будет наблюдать. Не, меня радует, что две сильнейших, на мой взгляд, нации всех присутствующих первыми же и выбили. Ну я хрен знает, скитальцы, что-то я до сих пор не понимаю, как вообще за них играть. Не знаю, мне не нравится. Я сейчас, правда, хреново сыграл. Ну и плюс несколько было. Немножко зажато. Ну, в первую очередь я хреново сыграл, конечно. Ну, кстати, из того, что я наблюдаю, наверное, сумасшедшие ученые сейчас. А, кстати, за ученых-то играет у нас рандомный парень. Да. Да, ну тут ученые реально. У фаната плоховато все. Всего лишь раз, два, три, четыре, пять юнитов. У это выживальщик? Да, у выживальщика вообще, по-моему, три юнита. Ну, а, вот еще у фаната. Вот где у фаната основное. Да, ну тут, конечно... Ученый мощен. Да, подкрался все-таки к моему. Пусть не знаю, как, правда, он его видел. Ну, он, скорее всего, просто летал. И наткнулся на него. А не собранные руины наблюдателям показывают или нет? А, да, всю карту показывают. Нет, так всю карту показывают, но я вот не вижу, чтобы... Были не собраны, уже типа все собрали прям. Давайте все на пустые на картах. Везде, где собраны. Ну тогда все собрали. Просто она все показывает. По центру и столько где-то. Ну, вполне такие пуски было. Не знаю, может не стоило было а разделять мне зомби. Просто надо было бегать всей кодлой. Прям сразу. Я думаю, что я бы здесь тогда... Если бы я всем бежал, я бы здесь фаната да точно уконтрапупил. Да и или наоборот ученого бы здесь, если бы всеми бежал. Ну, у фаната, мне кажется, еще есть шансы, тем более у него ядерные ракеты. А что тут вот у ученого? Только щит. Ну, щит, конечно, такая приятная штука. Мне кажется, вот у инопланетян так точно нету. Вообще три юнита просто. Просто три юнита. У выживальщика. Раз, два, три.
Ну, тут, правда, уже корпуса. 4, 5. Ну, тоже что-то. Но выживальщик посреди всего этого. Тут, я думаю, фанат сейчас соберет на руинках. Тут и тут что-то соберет еще. Пока так разрозненно все. Вот тут у фаната сейчас тоже хорошая ситуация. У него хоть тут ну, типа сейсеры мало, но тут уже болеешь. Никого нету. Ну, фанат наш. Ну да. Не, ну он тебя убил заодно. Не, меня ученый убил. А, ну в том числе и фанат. Вот, ну, что-то убил фанат, да, и а, что? А, ну да, в конце-то, ну да, ученый. Ну да, тут двойное в его сторону. Я просто думаю, что надо было за зомби все-таки всех вместе держать, а не в разные стороны разбегаться. Да, вообще, это собой. Была бы именно орда такая вот. Ты идешь такой толпой реальной, там вообще не пробиться. Нет, ты как-то вот, я считаю, во-первых, достаточно агрессивно сыграл внизу. В смысле, поясил, увел справа. То есть ты вполне мог там воевать. Ну и ты, кстати, лагерь чего-то не стал защищать, который я убился сверху. Так а я посмотрел, что мой зомби твоему этому не бьется сильно. Ну и что ну, мне да. там делать? Чтоб ты убил моего зомби, зачем? У тебя еще и плюс... Не, подожди, а, ты скитались, это у выживальщика плюс 100. У меня просто вот заранее есть где-то прокачка. Хотя тут уже все собрано, то есть... Ну, тут как бы фанат в безопасности, но ему тут зато хотя собирать нечего. Подло захватило поселенца инопланетяне. Я думаю, он единственный. Ну да, я буду ними так разбрасываться просто... Не, ну мало ли. А где инопланетянин? Была надежда, по крайней мере. Ну, вот да, тут у инопланетянина правильно. Есть одна тарелочка, корпус. Ну, тут в лидерах ученый и... А пусть будет так. Так, ни разу не использую. Фанат. Так, куда прилетело? Мне кажется, супермаскировка от инопланетян, да. Она, конечно, это... Мешается. Ну, убил корпус. Видишь, такой думаешь, что вот эти инопланетяне все уже. Ничего. Потому, еще есть какие-то скрытые возможности. Хм. Ну тут тоже будет зачищать ученый. Ну, интересно, что, знаете, у фаната разделенная армия напополам. Ну, я так понимаю, для меня тут уже смысла никакого в игре нет. Чё, борись до конца, если ты чё? Если у тебя нет еще там 5-7 юнитов в засаде, как-то не он. А вы типа те юниты, которые скрыты, тоже не видите? Ага, я поэтому и сказал, что супер маскировка. А, точно, мы ж не видим ученого юнита, действительно. Да, мы вот, наблюдатели тоже не видят ну, скрытые тогда, юниты. Ну, тогда еще есть какая-то интрига. Так тут вообще 4 фракции еще. Конечно, тут есть интрига. Ну, как понимаешь, мы как наблюдающие со стороны. Скорее всего, 4. Ну, просто сомневаемся, но... Ну, конечно, выживальщик странно. Он как бы в центре тут тусит, ничего не открывает, ничего не делает. Не получает бонусы. Куда-то поплыл. А, он за этим поплыл, да. Это он заберет. Это он заберет. Ну вот фанат странно сюда не... А, ну он может не видит карту просто. Он может видит только груз с припасами, это показывается на всем. А если он не исследовал, то... Кстати, я убил этого поселенца, когда ядерку кидал. Не, я его еще уничтожил до этого. А, ты просто его удалил? А мы еще ловушки выживальщика не видим, да? Хм. Ой. Хочу наблюдать дальше. Ну вот, ученый тоже тут карту офигительно пылесосит. А это соберет то, что, наверное, выживальщик должен был собрать. Скорее.
Ну тут были юниты инопланетяне несколько, видите, он их спрятал, уже точно не видим. Ну что, он отходит, атаковал бы инопланетянина. Ну вот тут у фаната вот с этой стороны его армии проблема в том, что ему тут нечего... А, ну вон какие-то припасы, правда. Но, в принципе, ему тут собирать нечего. Тут-то вот ученые пылесосят. Кстати, эти русские рвальщики, они после смерти остаются. Так? Я тебе больше скажу, они еще и обзоры с этого дают вокруг ловушки. Да, это типа ловушки. Да, ловушки выживальщика обзор дают. Группа антигероев в таких количествах не ставится. Угу, РСЗО тут дали. Ну, смотрите, выживальщик везде эти посылочки собирает, получается. Фанат просто пытается выжить. Все это время. Тут пропылесосит ученый. Тут 3-4. Ну тут от фастклика будет зависеть, видимо, кто заберет. Но мне кажется, что тут просто могут убить. Даже если фанат заберет, то его убьют. Видимо. Это забирают ученые. Ну просто у ученого больше... Больше еще мест, где можно как-то усилиться. А у фаната... Этот и все. Не знаю, походу эту заберет ученый тоже. Так, тут... А тут все-таки фанат забрал. Получать урон, в получении урона дало больше опыта, чем его нанесение. Их там порадовало. Ну, в этом идея, поэтому выживальщик, типа, получает урон. И как да. Раз опыт и за счет этого выживает, апается. Да, зря эти фанаты. Ну, да, похоже... Прикол. Я через свои ловушки не могу ходить. Типа, я могу ходить через них, но они мне урон наносят. Да. Прикол, конечно. Выглядит как ученые, вот эти сумасшедшие ученые. Он лучше карту контролирует, чем фанат. Еще так получится, что у него они соберутся в один кулак, все его юниты в итоге. Как бы в центре зоны, а у фаната будет разделенная. Ну хотя, может, в этом тоже есть определенно будет тактическое преимущество. Посмотрим. Выживальщик вообще слишком разрозненный. У него посел в центре, и в итоге, мне кажется, его заберут. Танчик там дали. О, полетела ядерка куда? Твоего же. А это кто кинул ядерку? Похоже на выживальщика. Выживальщик ты кидал? Да. Какую тебе страшную тайну, сейчас урон, по-моему, этим полом не нанесется. И нанесет страшную. Не, не нанесется. Не нанесется. Ну и тем более, что фанат, ты ж не единственный посел. Единственный посел, не единственный корпус. Не знаю, я тут ученого особо уже и не вижу, так кажется. Причем интересно, что все остальные воюют именно с фанатом, а не с ученым, как-то так получилось.
кстати, маскировку инопланетян они глупо сделали. Я уже забыл про них. Забыл, что есть на карте инопланетяне, они есть, да? Так они все юниты. Че, у ученого много, да? Пехотинцев там, корпусов, армии. Ну, я увидел армию 4 уровня. Это уже страшно. Да. Это у меня подозрение, что он его играет. Я что-то пока верю, все еще в подарок. Мне в перспективе не кажется. А вот еще один пусть. Фанат, давай быстрее это, захватывай последний. Я тоже посмотреть хочу. Да я не вижу. Да, так это, ученый, ты покажи поселенца, он же спрятан у тебя. Говорит, захватывай быстрее, его не видно. Не, ну так, это будет слишком просто. А-а-а. Он ведет сначала. Ну давай так интересно рассказывать, что махач такой, надо тоже посмотреть. Подставляй косил и посмотришь, как раз. Да, у выживальщика все грустно, у инопланетянина мы просто не видим всех юнитов. Ну, тут, конечно, дуэлька будет между ученым и фанатом. Вот просто видно, что ученый лучше собирает сейчас юниты. Вон ему еще посылка пришла. Так, эту посылку заберет все-таки выживальщик. Тут что... Тут что-то фананот к вопросу, да. Вот посылка, и вот которые. Сюда юнита. Которые я должны были. Должен был фанат забирать, и это почему-то. То есть это видно на карте. Вот это все видно. Если, например, лагерь варваров он может не видеть, потому что не открыл территорию, то это даже в тумане войны показывает. Ну, вполне можно было. Тем более с наличием вертолетов. Блин, да. Выживальщик, отлично, конечно, ты сейчас... Это вообще пиздец какой-то, что это было еще? Ну, ты в начале хода должен был забирать этот лагерь, а там приплыл вообще-то ученый. И пока ты там собирался что-то сделать, он забрал его. Причем я вот только что нажал на этот, на посылку на эту, и тут танк, хопа, и все. Что, выживаем дальше? А что тебе дали? Так понимаете, не юнит дали, а ядерку, что ли? Мне ничего не дали, он вообще? Забрал посылку. Подожди, а тогда странно. Ты же встал на этот тайл, получается. Он не мог захватить тебя, если ты не встал на тайл, правильно? То есть ну, ты да. Первый встал на тайл, и он потом тебя захватывал. Бредятина какая-то. Это интересная фигня получилась. Сейчас обычно у тебя ядерки не прибавилось. Да, ты уверен, что... А, не, подожди. Он, этот, ученый, по-моему, не, он... посилом захватывал он как да, раз. Да, у него... Не, подожди, да. Я захватил он, посилом. Он пытался... Не. То есть просто куда-то аннигилировался посил выживальщика? Не, а что... он не посилом, он вертолетом пытался захватить. Да. То есть он посел, он забрал, появился танк, и он убился в танк. Да. А, ну, точно, вертолетом, ты вертолетом. Это поселом захватывал как раз ученый, хорошо. А в вертолете были хитпоинты какие-то, или он был убитый почти? Там был убитый почти. Ну, значит, он просто убился об танк, короче, в итоге. Тем более у танка КХП как раз попался. Инопланетяне, это единственный поселенец? Ага. Ну окей. Минус инопланетяне. Такое, что-то со стартом не завязывал, юнитов было все равно. Раз, два, три. Ну мне кажется, сейчас умрет вертолет. А. Ну на один ход это бицепик. Ну а теперь можно киношку посмотреть.
Ну, все-таки, мне кажется... Тут еще самый прикол, что все почему-то с фанатом воюют, а ученому вообще никто ничего не делает. Кстати, да, есть такое. Да. Не знаю, но выглядит все-таки как... Мне кажется, варвары должны выиграть. Уже победу ученого. А у танка сколько этих очков перемещения? Ну вот эту группировку можно поймать. Фанат может поймать. И он может вполне сюда вот я могу посмотреть. Ядерку бросить. А, объединил. Нет, 4-4. Слушайте, а щиты ученых защищают только от традиционного излучения или от попадания ядерки тоже как-то защищают? От ядерку защищают. Они от всего, и от воды, и всего хочешь. Не, ну вот просто если кинуть ядерку, что они урон не получат? Ну, написано, щиты дают полный иммунитет к урону от воды, краса смерти и ОМП. Охренеть. Да, это вообще. Не хера. То есть как раз получается у нас ученые контрят фанатов, да? Из-за того, что способность фанатов, как раз ученые могут от нее защититься. Фанат, иди через лес. Через лес иди. Иди через лес. Молодец. Вниз? Да, давай все-таки не будем подсказывать уже так откровенно. Там же чуваку никто не подсказывает. Нет, что-то это, из-за действий. Мы, конечно, болеем за тебя, фанат. Это похуже стало. Ситуация. Вы когда играли против фаната, у вас вот реально, сколько мы смотрели... Ученый там бегает, все пылесосит, собирает, а выживальщик и инопланетянин бьют юниты фаната. Угу, и при том, что без толку бьют. Так все, что у выживальщика осталось. Давайте собирать дров, нет, танком выживет, не выживет. Да, я бы собрал бы. Я бы это не спрашивал. Что, 25 всего, а похищен. Окей. Кстати, а у ученого сколько поселов? Два? Да, два посела. Блин, фанату бы как-то... найти группировку ученых, у которых нету щита, потому что он же восстанавливается, он используется. Так, а что если все тут на зоне? Вот, щит действует 4 хода, а восстанавливается 6 ходов. Так что ну вот, например, вот эта группировка, да, вот если бы он видел, что может сюда бросить ядерку, считайте, минус 3 юнита. Ну, они, конечно, не умрут, но проблемы со здоровьем поимеют. Но не видно. Да, конечно... Как он это делает? Что именно? Ученый через ловушки просто, он ни на одной еще не напоролся, он просто такие места находит, где вот две клетки, я не знаю, ему просто везет очень сильно. Ну, видимо... Ну, мы, к сожалению, не видим твоих ловушек, это только тебе показывает. Ну, да. Брок, который понимает, как ловушки обходить, где, скорее всего, будет ставить. Учитывая. Ну, выживальщик тут не выживет, какая же, вот всего два осталось. Причем, знаете, вот как контролируют карту уже ученые. Просто вот именно все подходы, вот эту всю зону.
все основные. Жень, я посмотреть там. И проблему у фаната стороны. Он не может соединить чего свои силы. Быть, чтобы понять, ради обзора, там, да, так нормальные этого обозревателя не сделали. Вообще, больше всего, знаешь, чего не хватает? Записи игр. То есть, вот как в РТС, да, ты да, можешь да. просто загрузить записи, как бы внутри игры это смотреть. Ну, или там в мобах. Да, куда хочешь отматывать, куда хочешь там нажимать, что там, какой очередь постройки было. Казалось бы, простая вещь, а? Да много чего не хватает. Мне вот еще не хватает этого. Запоминания настроек при игре с ботом. Больше всего не хватает. Ты выставил один раз божество, и тебе каждый раз потом... Подожди, по-моему, там есть запоминание настроек. Подожди. Есть вообще-то. Сохранить настройки, да? А, не это. А что? Конечно, сохранить настройки, сразу и карту, по-моему, сохраняет. Ну, ты можешь просто при старте удалять сид карты, и будет тебе новая карта. Нет, то есть пятый цивит ты открывал, и у тебя сразу все предыдущее стояло автоматом. О, попал в ловушку. Попал ученый наконец-то в ловушку. Ой, фанат сразу. Давайте, ребят. Я решил единственное перемещение использовать. Попал. Давайте, ребята, у меня много для вас подарков. Это этот груз, который так заставился. Одна полоска безопасной зоны. Эти скалы с другой стороны. Да, тут сейчас еще много юнитов потеряет. Фанат. Сколько у тебя там это... СЗО? Выживает, нет? Нет. О-о-о! Слушай, ну выживающий, слушай. Чё ты воюешь основном против фаната? Уже послабее выглядит. Да потому что он только его и видит. Ты посмотри. А, ну да. Ну, неудачно у фаната вот это разделение все-таки в итоге и получилось. Будем, или как? То есть у него полностью разделены юниты, в то время как у сумасшедшего ученого они как раз все вместе. И он еще так делает, что выживальщик именно против фаната действует. Ой, будь я здоров, спасибо. Ну, не знаю, кстати, вот тут фанат может попытаться уничтожить. То есть, в принципе, по юнитам так кажется, что... Да. Я спрошу, как третий будем, и уже хватит. Нет, я не буду, вы как хотите. Не, я тоже нет. Окей. Вот это, кстати, тут основные юниты вполне может попробовать фанат уничтожить. Вот он стоит, он явно вот эти два юнита точно видит. Неужели не хочется бросить ядерку? А ядерку он не кидал. Фанат, а ты... Раз-раз, меня слышно, да? Фанат, а ты... Ядерку у тебя этот, кулдаун, или ты уже можешь кидать? Я могу, но откуда и в кого, это не видно. Ясно. Ну, мне кажется, раз видно, что... Вот у него стоит тут юнит, он пока точно живем. Видит тут, я бы сюда кинул на его месте, но... Он ждет еще более лучшего момента, зря. Может, наверх, там, где корпус танковый. Я бы кулдаун, то есть через 6 ходов он еще явно сможет. Ну, видите, уже один уехал. Ученый как будто услышал такой, отвел танк. Ну, вот была хорошая возможность здесь. Была, да сплыла. А, он так решил. В конце хода. У него щиты были? Нет, кстати, я не видел ПТ команды щитов.
Не, он вылечился. А, он же лечится, да. Он просто поставил хилиться и плюс 40 хитпоинтов по хилингу. Ну, кайф. А, ну у него способности, фанаты эти, ученые в два раза быстрее лечатся. Хитпоинты в два раза больше восстанавливаются. Да, прикол. Тут вот ученые контролируют Господи. Полностью. Да, не видно. Конечно, теперь уже, мне кажется, не видно, как побеждать фанату. Все юниты лечатся в два раза быстрее, да. Минус юнит. Ну, тут уже походу все. Не, а то я видел, как ты поставил. Палево. Да. Там вот ученый прям справа от тебя. Вот мы настроим точно. Одинокий выживальщик такой. На карнизе за окном. Смотрит на меня. Стучится в дом. Опять же, казалось, за ученым просто половина карты. Вот это вот. А мы как эти втроем бредем. Ну, я сам тогда основное, что решает. Тут вот соврал. Я в печенье не считаю. Всегда это супер сильно. Те же самые пираты с китайцами не вполне. Спасибо. Еще и повышение сейчас доступно будет. Вот это сейчас красиво прилетит, да? Да. И вторая еще. Вау! Вау! Минус 5 юнитов просто. И он еще с этой фигней прикрылся. Да, и он еще с этими, со щитами ему вообще ничего. Не, на самом деле, не, я, короче, это фанат. Ну, в смысле, ученых. Теперь мы ученых баним, да? Не то, что баним, просто это то. И что-то про эти щиты не особо в курсе был, я думал, ну, а с первой способности атак все штука. Ну, там, ну, ученый, ну, да, блин, можно... третья ядерка. Да, третья ядерка. Жесть. Ну, он нормально так карту пропылесосил, я вам хочу сказать. Он очень так неплохо пособирал всего. Ну, мне, конечно, таких, конечно, вот. Фанаты, антигерои, ученые, что у них это, им может не повезти там с карты струйки, вот это вот все. Их нет никаких на это способностей. Если им завезло, они пропустят свои карты, вот так. Блин, прикол в том, что сейчас походу выживальщик второе место займет. Просто вот эти три ядерки просто уничтожили всю армию нафиг. Да. Фанату. Ну... Именно контроль карты, мне кажется, здесь зарешал у ученого. Да. Фанату не очень, не знаю, повезло или так он специально сделал, это у него разделились, у него две половины были. Одна армия с этой стороны, другая с этой, и он не смог их соединить, и с этого профита не получил. А в это время ученый просто всю карту контролировал и собирал все. Ядерки, это значит, что он просто куча этих варварских лагерей пособирал. Да, так и было. Я же говорил, у него полкарты было в распоряжении. Мне кажется, тут еще больше сработало, что это инопланетяне и выживальщики таким же щитом сработали для ученого. Ну это тоже. Так это из-за того, что он был разделен надвое. Вот прикинь, если бы у него вместе была армия. У ученого так не было, что он прям
там рядом с выживальщиком, рядом с инопланетянином. Он как-то так и по всей карте, и не рядом при этом. Но у него все юниты рядом, и к нему как-то лезть опасно. А фанаты, а фанат, видишь, там какой-то, а тут один юнит, тут один юнит, и все такие, ну давайте убьем. У меня было две таких мощных группировки, но получилась такая проблема, что, что в одном месте, что в другом, такая прослойка. Ну, вот это начальная возможность для того, что он с краю там все, он не смог реализовать именно потому, что ты улучшаешь выживающих инопланетянника. Угу. Кстати, я практически всю карту открыл из-за того, что я разделился. Ну, вот это, мне кажется, я из-за этого, может, и проиграл. Меня в начале зона просто разделила, и все. И я должен был туда, туда юниты раскидать. И тут еще действительно получилось, что ученые та фракция, которая реально контрит фанатов просто. Ну, то есть, вон он кинул ядерку, и получается, даже без щитов ПТ-команда ни хрена никакого урона не получила из-за того, что лечится на плюс 40. Ну, просто, ну, просто вообще никак. Ну и в конце игры что я должен был делать? Я все равно должен был это юниты в кулак собирать. Ну как мне? Да, да. Ну и ты не мог этого сделать, потому что реально ученый контролировал вот всю территорию. Ты бы никак не смог собрать. Ученый очень, очень качественно всю карту контролировал. А успеешь эту посылку собрать еще? Ну я, наверное, умру, если соберу. А не, я даже до нее не стою. Ну, все здесь. Давайте. И ученый пошел ее подбирать. Ну, понятно, короче. А выживальщик всю игру в центре находился просто. Ходил, ходил. Как с юнитами? Выживальщик один юнит. Собственно, тут просто вопрос, кого раньше из вас убьют и все. Бедный ученый по ловушкам. Все еще посылки собрал. Я не успею? Не знаю. А, к нижнему нет. Нет, я не услышал, что ты сказал. Нет, там уже ученый следующим ходом заберет. Понятно. Мне бы хотя бы где-то высадиться, полечиться. Слушай, а смысл? Что ты тут пытаешься сделать уже? Просто так, дольше. Может, я второе место займу, как-то повезет. Да, это, конечно, ученый вот эти три ядерки прям четенько отправил куда надо. Он, бедняк, ученый реально по ловушкам скачет. Ну вот, когда надо было, чтобы он попадал в ловушки, он этого не делал. А сейчас уже чё? Все, минус выживальщик. Вот. И второе. Да сдавайся уже тут уже. Все. Да. А, ты плавал, что ли? Да, брасом. Да. Ну, спасибо за игру. Да, спасибо за игру. Да, да. Спасибо за игру. Спасибо. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!